Ну, такой бы я был второй матч, под эту же одну и ту же фразу говорю, что боевая ничья с взаимными шансами. У нас были моменты хорошие очень забивать, и выход один в один, и его встретились от позиции. Вот, и мяч мог, побывал в воротах, то правсай был. Сопернику, ребята, я чем доволен, что молодые футболисты, которым дали шанс проявить себя. В принципе, весь состав, который играл в ралли, сегодня не играл. Вот, с начала матча много молодежи интересно у нас. И они все проявили хорошую качество. Единственное, что немножко расстраивает, то, что последний ход перед голом не всегда правильное решение выбирается, чтобы забить. И второй момент — реализация. Так вот, второй матч подряд вроде играю неплохо. С этого момента голов нет. Много так напрягает. Но я думаю, прорвет в дальнейшем. Самое главное, что это создается. Вот. В обороне свои качества, учитывая, что играли тоже новая линия обороны с листа. Теперь только позволили дать доставки с флангов, не более того. Прижим был основной с подачи. Подач флангов, там, игра головой, какие-то ситуации. Но сыграли достаточно самоотверженно в штрафной площади. Падающие мячи были нейтральные, все в основном наши, то есть не дали не добивать ничего. Вот, уверен стоял в воротах Виталий Гудиев. Ну, так в целом, матчем ребятами довольны, что состав такой не сбитый, он так собран был. Как с разных и позиций, в том числе у нас играли инсайдов нападающие, то есть не родные позиции. Поэтому я доволен тем характером в первую очередь и желанием играть в футбол. Ну, пенальти тоже штука такая своеобразная. Хотя с юмором, конечно, отметили все, что два пенальти не забили нападающие, не опал в створ ворот. Хотя ребята, которые обладают хорошей точностью, здесь брать, ну, это видно психология какая-то, может, просто удача здесь бесполезно что-то говорить. Ну, в любом случае, очко есть, два матча впереди, и у нас есть шансы максимально сделать все для того, чтобы постараться пройти дальше в кубке.